Всем привет! Я Элина, специалист по недвижимости компании ТЖ. Ранее мы с вами уже виделись на обзоре жилого комплекса «Панорама Парк». Ссылку на ЖК можете посмотреть вот тут. Помните рекламу с Ержаном Максимом? Узнали? Да, это жилой комплекс «Байсонат» – один из самых широкомасштабных крупных проектов этого года. Прежде чем мы приступим к обзору данного жилого комплекса, напомню, что специально для вашего удобства мы создали мобильное приложение ТЖ. Скачивайте его по ссылке в описании, и вам будут доступны все квартиры, находящиеся в продаже в Астане. Также хочу напомнить, что при покупке новостройки все услуги нашей компании, они абсолютно бесплатные. Престижный тихий район, удобное расположение, рядом расположены жилые комплексы элит-класса, а также дорогостоящие коттеджи, что подчеркивает статус комплекса «Байсонат». Также имеется детская игровая комната, оборудована спортивно-развлекательным инвентарем. Комната доступна для малышей в любое время. Имеется круглосуточная система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию комплекса, двор, лифты, подъезды, близлежащие территории. Зайдя в холл, мы сразу же замечаем всю роскошь натурального камня, правильное освещение лишь подчеркивает его красоту. Также в данном жилом комплексе в каждой парадной предусмотрен консьерж. Огромным преимуществом также является то, что на лестничной площадке находится всего лишь одна квартира. Сейчас на данный момент мы находимся в одной из четырехкомнатных квартир данного жилого комплекса. Здесь у нас высота потолков 3 метра 30 сантиметров, также увеличенные широкие окна бельгийского производства и дизайнерские итальянские радиаторы. Сейчас мы с вами находимся на кухне данной квартиры. Здесь преимущественно установлена единая система подачи чистой воды, также установлена система от протечки воды и имеется своя кладовая. И это был обзор жилого комплекса «Байсонат». С вами была я, Элина, специалист по недвижимости компании «ЭТЖ».